Доброго дня добрым людям. Данный ролик разделен на две части. Первая – наша просьба помочь пристроить 4-летнего Гошу. Вторая часть будет привет от уже домашнего и спасенного из Якутска всем знакомого Лукаса. Маленького Гошу, как и его маму и сестренку, приютили у себя добрые строители, сделали им будки и стали кормить и заботиться о них. Но такое соседство очень многих не устраивало, и собакам пытались навредить. Кто-то писал жалобы в администрацию с просьбами убрать собак, никогда никому не навредивших. Тогда строители сделали большой вольер, и уже собаки не могли бегать по району, а самое главное, злые люди подойти к ним и сделать что-то недоброе и отравить их. Строители заботились, прививали собак, обрабатывали от клещей, и все было хорошо до недавнего времени. К сожалению, именно этих добрых строителей сейчас переводят на другой объект. И дали всего лишь месяц, возможно, даже уже меньше, чтобы пристроить, ну, хотя бы Гошу. Я не знаю, как объяснить вам. Наверное, нужно просто посмотреть на отношения маленького человека и собаки. Насколько собака аккуратна и внимательна к этому маленькому человеку. Они одногодки. Так получилось, что молодая мама приходила еще в коляске и гуляла рядом, кормила этих собак. Они ее знают. Но не только к этому человечку, они ко всем добры. Занимаясь уже 2 года спасением собак, я для себя открываю, что это уникальные существа, и их благородства нет предела. К сожалению, сейчас пристрой стал. Люди не хотят о себе брать четвероногих друзей. Наверное, общество диктует какие-то свои шаблоны поведения. И люди закрыли свои сердца для этих прекрасных животных. Конечно же, те, у которых есть собаки, они не могут набирать собак и пытаться хоть как-то гармонизировать бедных несчастных дворняжек, их нахождение рядом с нами. Мы уже сейчас ищем по всему интернет-пространству человека, который мог бы взять Гошу. Просил. Я могу. Я думаю, кому твой, а не этой будет жить. Но люди даже не оставляют комментариев в поддержку самой идеи, чтобы Гоша стал домашним. Если он кому-нибудь приглянется, и кто-то ответственно захочет взять его к себе домой, то мы отвезем его в Грунвилл. И это будет уже совсем другая, ухоженная, красивая домашняя собака. Я благодарю канал «Зоомаму» и его хозяйку Инну за второй раз, то, что нас человек выручает, за ту возможность, которую она сейчас дает для непосредственно для Гоши найти очень хорошую семью. И, конечно же, хочу поблагодарить то, что 4 месяца назад она нам не отказала и выставила пост про Лукаса из Якутска. Он уже дома, всеми любим, и у него все хорошо. Спасайте, люди, животных. Кроме нас с вами, им никто не поможет.